снимаем. Зато нету птичьего гомона, а зато сидит. Скажет, куда музыка делась наша? Ну, а мы посидим. Ну, посиди, посиди, пока дед не переманил. Дед-то претендует. На Ваниной голове сиди. Бабули в руках был. А дед думает, у тебя сколько было на шапке сидел? Хватит тебе, дай ему посидеть на голове у Вани. Андрюш, не ручной. Какой не ручной? Ну, видишь. Не знаю, вот, может, ему голос родной-то по этой... Как его хоть зовут вас? Боня. Боня. Давай, может, клеточку, чтобы не улетело, то дверь откроем, улетит еще. Боня. Он уже сзади его дом. Может идти летать еще. Садись. О, дрессировка пошла. Смотри-ка. Дед тут. Боня. Хороший Боня. Надо иногда ему знакомые голоса, видимо, включать. Он соскучился Боня по ним. Хороший. Боня хороший. Открой дверь, тут душно. Или он улетит, может, опять. Он не улетит, он знает, где его дом. Он скупник особо не улетает, но сейчас, может быть, он сейчас... Боня хороший. Хороший. Хороший, хороший. Пошел. Владик, ну тебе гулял? Нет. Ну-ка давай-ка. Ну давай попробуй теперь это. Ты теперь тихонечко. Нет, ты ему должен навстречу лапок, а не от лапок. Ты же его можешь взять ласково, аккуратненько, ласково возьми его прям вот. Я пока его отвлекаю. Так, придется голосом опять его.